Всем здравствуйте. Зовут меня Людмила. Живу я в городе Волгограде. К сожалению, в этом году, в 2021, у меня много вымерзло роз. Осталось несколько плетистых. Розы я никогда не укрывала, а только присыпала землей немного. И никогда они у меня не вымерзали, не вымокали. Сейчас перед вами роза плетистая Гарден. Роза с легким ароматом. Цветы крупные, густомахровые. После основного цветения на кусте появляются отдельные цветки до конца сезона. Но, к сожалению, этот сорт неопрятно выглядит после дождя. Также на солнце выгорает. И очень медленно растет. Этому кусту уже много лет, а он чуть выше человеческого роста. Сейчас вы видите розу плетистая Орфео. У нее очень крупные темно-красные цветки, достигают в диаметре 10 сантиметров. Цветет очень долго и обильно, устойчив к дождям, к солнцу, к жаре. Всегда имеет опрятный, красивый вид. Роза плетистая Golden Parfum. Желтые цветы, огромнейший куст. Я его ограничиваю в росте, он у меня до крыши, я обрезаю, не даю. В этом году буду делать омолаживающую обрезку, обрезать все толстые старые ветки. Куст густой, цветки махровые, крупные, с насыщенным ароматом. После первого обильного цветения регулярно потом продолжают появляться в течение всего сезона отдельные цветки. Аромат непередаваемый. Остался у меня после зимы. Вышел в хорошем состоянии. Роза Дэвида Остина. Вот этот кустик. Ему тоже очень много лет. Название точно я не помню. Знаю, что это Дэвида Остина роза. А само название не знаю. Ароматный тоже. Сейчас перед вами роза плетистая Симпатия. Цветки тоже крупные, махровые, с высоким бокалом. Ярко-красного цвета. Очень яркий цвет. С темными бархатами, такими отливами. Сейчас она как бы цветет не во всем своем обилии, но в кистях от 3 до 10 бутончиков бывает. Очень яркий цвет, устойчиво к непогоде, устойчиво к жаре, после дождя хороший вид имеет. Это моя самая любимая роза. Вот эта роза Симпатия, она повторно цветущая.